Заряжаем электросамокат от автомобиля. Для этого было изготовлено зарядное устройство на основе повышающего DC-DC преобразователя на 600 Вт. Для улучшения охлаждения в жаркое время на радиатор преобразователь был дополнительно установлен компьютерный вентилятор. Вот. Преобразователь выдает 42 вольта при токе до 3 ампер. Желательно во время зарядки двигатель автомобиля завести. Также на преобразователе были выпаяны штатные резисторы подстрочные и установлены постоянные, вот, два. Штатные очень ненадежные, напряжение плавает и они плохо контачат. Вот собрана схема для проверки зарядного устройства для электросамокатов от автомобильного аккумулятора. В качестве нагрузки используются 4 12-вольтовых лампочки, включенных последовательно, каждой мощностью 21 Вт. В цепи стоит амперметр на 5 ампер и мультиметр, включенный на 200 вольт. Включаю. Очень ярко светится. Значит, амперметр показывает 1,6 ампера, вольтметр показывает 42,1 вольта. В принципе, результат достигнут. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.